Посмотрите, какая чистая вода в бассейне. Просто бирюзовая. Но такая она не везде. Вот здесь видно хорошо, что на дне песок прям. И я никогда не знала, как чистить бассейн. Оказывается, очень просто. Есть специальный такой пылесос. Скорее всего, песокосос или водосос. Вот, который ставится просто на дно бассейна. К нему подсоединяется такой шланг. И он выводит всю грязь, которую отсасывает этот пылесос. Прямо, а вот там есть в стене, прикрепляется этот шланг одним концом. Наверное, там какой-то фильтр. Потому что вот здесь, например, вода еще грязная. Точнее, не вода, а дно. Вот. И сюда вся эта грязь уходит. Все очень просто. Это потом весь бассейн все дно будет чистейшим.